Ну, и зачем ты меня сюда пришмандолила вторую серию подряд, а? Как это зачем? Ну-ка вот развернись, развернись, повернись. Что это у тебя там? Это крылья! Ну, Да? немножко, да, совсем чуть-чуть, Ну-ка! такие Ну-ка, ма... ну-ка, а у меня есть сзади такое? А у Есть тебя, у меня подожди, сзади? да, я посмотрю, есть ли у тебя сзади крылья. Нет, нету. Нет у тебя сзади крыльев. Вообще прям. А теперь отвечаем на вопрос все дружно. Зачем мы сюда пришли во вторую серию подряд? Наверное, потому что тебе делать нечего, да? Вот, наверное, мы сюда и пришли опять в течение половины часа искать вот этот сраный летающий корабль и вот эту крепость, да, которую мы очень уже долго ищем и бегаем здесь. Ты не понимаешь, мы с тобой выживаем, играем в Майнкрафт. Как это так? У тебя есть крылья, а у меня нет. Да У тебя есть крылья? подожди, наш разговор прервали, не видишь? Подожди. Ладно, все хорошо, Так вот, я считаю, что все должно быть честно. И у тебя, и у меня. Почему я обделена? У меня нет эндерперлов. Ну тогда проспрыгивай вот туда вниз и давай просраивайся. Вот туда, вот Дай туда. мне эндерперл. Да как я тебе сейчас его... Вернись обратно и Господи, дай мне эндерперл. как с тобой сложно. Вот, держи 16, все. У него 16, а у меня ни одного, и ты еще жмотишься. У меня 32 на самом деле было как бы изначально. Вот, побежали тогда в ту сторону. На самом деле, да, хорошо, я полностью согласен. В предыдущей серии, тогда, когда мы выбили бошку дракона, и тогда, когда мы нашли мне элитры, я пообещал Кате то, что в этой серии мы... Главное, не упади, пожалуйста, перепрыгни. Так, сейчас, давай, сейчас. Давай, 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 давай. Ой, какой у меня аж сердечко на секунду так остановилось. Я ей обещал, то, что в этой серии мы 100% ей найдем крылья. Она вне серии мне приугрозила то, что если мы этого не сделаем, то она больше никогда мне в жизни сырников не будет готовить. И это, естественно, то, что хуже, чем конец света. Сырники — это мое все. По поводу сырников, а ты взял еду из дома, когда мы с тобой уходили? Слушай, мы в предыдущей серии вот реально полчаса искали этот корабль. А вот смотри, видишь? Вижу, вижу. Подожди, или это тот же самый? А я не знаю. А как проверить? Подняться туда? Пойти в него и проверить, я не знаю. Так пошли. Держи хлеб, держи хлеб. Хлеб вот выкинул тебе. Не, о, слушай, Катюха, нет, это точно не то, что мы находили в предыдущей серии, потому что в той серии вот этот домик был намного меньше. Посмотри, какой он огромный сейчас. О, нифига себе, вот это многоэтажка. Ёханый бабай, да, по сравнению с предыдущей серией, вот это реально небо и земля. Ну так вот, вот крылья твои находятся вот там, после этого мы пойдем Кате добывать трезуби, чтобы она наконец-то в этой жизни отстала от меня со своими вот этими нытьями, то, что где мои трезуби, где мои трезуби, где мои крылья. Слушай, мне кажется, что в этом доме по-любому должно... А! Аккуратно, аккуратно, да ты не убегай, ты отбивайся вот этой фигни, отбивайся, отбивайся, иди сюда! Кать, помогай, 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 помогай! Полетела, полетела, полетела! Голову себе сейчас... Ну зачем? Я тоже полетел, главное не разбей себе голову, пожалуйста. Пожалуйста. Стараюсь. Пожалуйста. Все, молодец, очень хорошо, постарайся. Так, я захожу внутрь этого здания и, возможно... Что ж ты будешь делать, ёханый бабай? Но тут ничего нет. Подожди, нам нужно просто выше подняться. Так я только что оттуда вернулась. Откуда ты вернулась? Давай залезай. Ой, опять я не могу. Черт. Дай. Так, еще разочек. Так, 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 на самый верх поднимай. Так ты не поднялась даже на самый верх. Давай ты на самый верх поднимешься и вот тогда спрыгнешь. Вот, да. А подпрыгнуть кто забыл? Ай, точно, сейчас. Так, раз, 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 раз. Оп. Так, тихо. Слушай, ты можешь просто взять эндерперл и кинуть куда-то его вот туда вверх и приземлиться куда-то вот сюда, куда я только что. Да, собака! Вот так же сделай, как я только что сделал. Вот возьми эндерперл и кинь его вверх. Нет, я заберусь, я не умею кидать, как ты так аккуратненько. Ты забираться не особо лучше умеешь. Я ни за что в жизни не заберусь туда, наверное, вверх, блин. Так ты постарайся просто очень даже хорошо.
Да не могу, не умею. Кто придумал эти, блин? Любительница, любительница просто попародировать всех, кто есть в этом мире Майнкрафта. Слушайте, мы оббегали все, что только существует на этой планете, и не нашли в этом огромном здании ни одного сундука. Ни одного. Мы с тобой везунчики, я это знала с самой первой серии. Да, Катюх, мы с тобой прям самые большие везунчики на этой планете. Как вот среди вот этой огромной многоэтажки не было ни одного хотя бы малюсенького сундучка, в котором мы смогли хотя бы найти один алмазик? Это, знаешь, это подстава такая, типа, о, огромный дом, там по-любому должно быть что-то, а нифига. Ну так просто прикол-то в том, то, что здесь реально должны быть... Ты опять улетела! Они на меня летят! Прикол-то в том, что здесь должно быть очень много сундуков, а их вот столько. Ноль? Вот даже меньше, чем ноль. Ну, меньше нуля не бывает. Ну вот у нас бывает меньше, чем ноль. Ладно. Хорошо, тогда сразу простраиваемся туда, куда мы должны были пойти в самом начале. Зато у нас будет больше времени на то, чтобы добыть трезубец. Да, так и есть. Тогда... Не сможем. Короче, бери и бросай эндерпёрл вот туда, в тот столбик. Ну чё мне тебя учить, ты уже бросала в предыдущей серии. Давай. Да, сейчас. Давай. Столбик прям. Да, вот в столбик, вот туда, в тот огромный. Да. Это не столбик! Я сказал в столбик, ты вообще, это говоришь как? Ты видишь, что такое столбик? Вот это столбик, а это стена! Всё, сейчас давай, корми Милку дома, я сейчас возьму эти крылья и приду к тебе. Ага, и там поди алмазы будут, и все себе заберешь. А им ну, крылья мне не отдашь. Если там что-то будет, то все будет моим. А вот не надо было умирать тогда. Ну хотя бы расскажешь, что там было. Ну, я говорю, ну бросай в столбик, она такая. Да я помню, что было в предыдущей серии. Я знаю, куда мне надо бросать. И бросать в стену. Так. Нифига себе! Тут а у нас тут черепаха. У нас черепаха забралась к ламам в этот самый загон. Ничего страшного. Тут алмазная кирка на удачу 3 и на прочность 3. Ну ладно, мне сюда круче алмазная кирка. Ну хорошо, тут у нас железная лопата на шелковое касание, эффективность 3. Я вот заменю свою лопату на вот эту лопату. Здесь у нас алмазные ботинки, незачаренные. Здесь у нас железный шлем на прочность 3, железный шлем на огнеупорство, подвойное дыхание, прочность, подводник. Ёханый бабай, вот это мы точно забираем. И, Кать, опять проблема, крыльев здесь не было. Да е... Но они там висят на рамке, забирай и, пожалуйста, мне отдай. Вот я прямо сейчас подхожу к этой рамке, здесь нет крыльев. Окей. Зря. Хорошо. Зря мы в очередной раз сюда и шли. Ладно, ничего страшного. В следующий раз придем, возможно, крылья здесь будут. А-а-а! Полетели! Крылья надеты! До свидания в космос! Кать, встречай меня, я сейчас буду дома. Угу, встречаю, только не с чем встречать тебя. Ну, печеньки хотя бы приготовь, или там тортик. Не, я имею в виду, что ты без ничего прилетишь. Да ладно, с крыльями я прилечу. Да я знаю. Сейчас мы через Нижний мир окажемся сразу дома. Так возможно, Кать? Через Нижний мир? Да, через Нижний мир. Вот сюда. Я выгоняю черепаху из загона с ламами. Почему она здесь оказалась, я не знаю. Домой, наверное, вернулась, соскучилась по родителям. Вот туда черепа, вот туда, Дашка, Наташка, Пашка, Сашка, Машка. Вот, все, держи. Когда у нее четверное имя. Держи. Это мое. Это твое. Ура. Пошли учиться. Пошли. Короче, нам нужна какая-то огромная гора, огромная высота, чтобы ты могла прыгать оттуда. Я могу вот сюда лестницу построить, вот на этот столб, чтобы мы с этого столба прыгали, как думаешь? Ну, в принципе, нет. Нет, я не согласна, потому что я хочу именно с горы, чтобы можно было разбежаться нормально и не в воду прыгать, чтобы я куда-то на землю прыгала. Ладно, пошли тогда искать гору. Так, и что это мы делаем?
Забираемся на самую большую гору, которая есть у нас вот здесь возле джунглей, в которых мы уже с Катюхой побывали однажды. Приручили панду, приручили попугаев. И мы уже почти тут, Катюха. Вот так вот, давай. Сколько угля, можно угля добыть? Не надо тебе уголь, мы учимся летать, давай сюда. Вот. То есть, вот, чтоб ты понимал. Я сейчас полечу, у меня ничего не получится, я буду заново на эту гору взбираться. Кстати, да, у тебя только одна попытка на то, чтобы успешно полететь. Поэтому бери, разгоняйся, прыгай и лети куда-то. Только подожди меня. Так, давай выберем направление. Ты в джунгли полетишь? В джунгли? Да. Хорошо, давай тогда в джунгли. Я тебе здесь небольшую такую площадочку выстрою. Вот так вот, чтобы ты просто прыгнула сразу в пропасть. И полетела куда-то, ну или не полетела, кто его знает. Катюха на все способна. Возможно, она себе просто сейчас голову разобьет, да и все. Как это чаще всего бывает. Так, сейчас пауза. Давай, подожди, сейчас будет музыка, сейчас я отойду немножко подальше. Вот сюда. Давай. Так. Подожди, я выдохну. Да ну все, музыка пошла уже. Пошла. И сейчас будет вот это вот. Типа прыгну или не прыгну, долечу или не долечу. Вот сейчас, пока я еще не сделала это, напиши в комментариях, смогу ли я полететь с первого раза или нет. Вот пиши, я не начну прыгать, пока ты не напишешь. Короче, разгончик. И когда, как только... Главное, прыгни в конце. Как только ты прыгаешь, два раза на спейс на пробел нажми, чтобы полететь. Поняла? Хорошо, да, все. Написал? Надеюсь, что... Подожди. Ручки вспотели. Страшно-то как страшно на душе стало, подожди. Давай, я готов! Все, давай. Ты со мной вместе летишь? Нет, я посмотрю, как ты себе голову разобьешь, а потом полечу. Давай. Все, давай, раз. Давай. Два. Три. Пошла, мать, пошла! Она полетела! Главное, в дерево не врежься! Сейчас я за тобой! Пап, я тоже лечу! Кать! Не врежься! Ты врезалась в дерево, да? Нет. Лети, я сейчас кружочек здесь намотаю, к тебе подлечу. Все кончилось. Па! Кончился полет. Так, где? Я где-то в воде. Ёхани, бабай, какие здесь попугайчики здесь у нас. Вот здесь точно такой же, как у тебя, а здесь то ли зеленый, то ли желтый, не могу понять. Так, сейчас, подожди, Катюх, я тебя найду. Так, у меня тут проблемки, у меня здесь тоже три скелета, сейчас, подожди. Эй, ты ищешь меня? Я тут. Да я уже тебя ищу минут 10. Опа! Подожди, я вижу тебя. Я данж нашел. А, и тебя какой тоже нашел. Здорово, ёпты. Вот данж перед нами. Еще один данж. Это не тот? Подожди, это тот, который мы находили или нет? Вот видишь? Вот там данж. Не вижу. Вот перед нами. Вот прямо там. Вот оно что. Вижу. Идем туда или нет? А там что-то бывает полезное? Мы в прошлый раз там 3-4 алмаза нашли. А, идем тогда без вопросов. Хотя мне уже эти алмазы не нужны. А, ну зажралась-то как. Вы только на нее посмотрите. Побывали вот в этом эндермире. Нашли там примерно 9 алмазов. Она такая, все, мне больше алмаз не нужны. Попугайчик красненький какой. Радужный красный. Да ладно! Желтый. Смотри. Мать, я его хочу! Ягодка нужна, да? Какая ягодка? Вот это семена нужны, но только... А как мы тогда трезубец добудем? В смысле, при чем есть трезубец? А, ну, в смысле, поняла. Его же надо будет домой отвезти, и только потом так, мы... Ты вспомни, как они вообще нас раздражают, бесят, у нас вообще их три штуки. Все, пойдем. Ну, кстати, да, они курлыкают, мяукают, гавкают, пердят, извините, брыгают. Да, он красивый, и... полюбовались, и все, пойдем дальше. Ладно, будет время, придем и заберем. Надеюсь, то, что он никуда не улетит за вот эти дни, когда мы будем добывать трезубец. Так, сейчас у нас стоит следующая задача. Какая? Найти для Кати трезубец. Трезубец. Крылья. Правильно. И трезубец. Счастливая девушка. Полетели, Катюха! В смысле полетели? Давай, лети. Чем дальше долетишь, тем лучше. Я сразу же поставлю лодку. Давай, лети за мной, Кать. За мной. Я лечу. Давай. Не отпускай Ctrl. Зажимай Ctrl, тогда ты будешь еще быстрее лететь. Понимаешь? Ctrl еще и зажимай. Да, Ctrl. Говори мне. Вот сейчас сказал. Вот так. Давай сюда, я тебя жду.
Ты видишь меня? Ты видишь меня? Давай, давай, сразу в лодку, пиндюлься, давай. О, какой молодец. Все, первое дело сделано, на очереди второе. Я надеюсь, что мы сможем его выполнить, осуществить в этой серии, чтобы она наконец-то от меня отстала. И наконец-то сделала мне сырники. Ты уверен вообще, что у нас сейчас что-то получится? Будем записывать серию до тех пор, пока не выбьем трезубец. Да, конечно, мне же завтра в школу-то не надо, время-то вообще нормальное еще, поэтому... Тебе в школу не надо, тебе в университет надо, поэтому все нормально, справимся. Не сыкнуть. Университет, университет, между прочим, это высшая школа, поэтому можно назвать. Погромче, погромче. А там она стоит на столе у меня. Спускайся. Куда? Вниз. Так, я уже трезубец увидел, я уже... С ракушкой, с ракушкой. Так, какой с ракушкой? Ты не с ракушкой убиваешь трезубца, чтобы... Ракушка. Кать! Ничего не выпало. Прям вообще ничего. Ничего? Так, все, уходим. Уходим, уходим, уходим. Сваливаем, сваливаем. Мы даже сундучки сейчас лутать не будем, потому что для нас в приоритете это, конечно же, трезубец. Пошли. Нифига себе, как ты ответственно относишься к моей задаче. Да, 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 да. Садись, садись. Сажусь. Там спереди корабль. Ракушка, 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 ракушка. Да нафиг, за какой фиг нам ракушка? Давай, погнали. Там спереди корабль, еще один данж. Их там опять очень много. И есть трезубец. Ты нам лодку сломал, пописяка! Есть, 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 есть! Короче, Катюк, у тебя меч зачарен лучше, чем у меня, у тебя надо быть укрыть. Давай, 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 сейчас давай, я, давай, я давай. Иду к нему, я иду давай, к нему. Давай, давай, я отвлекаю внимание, давай, по затылку, молодец. Что-то выпало? Ничего. Ладно, давай обратно, хотел сказать лодку, но лодки-то у нас нет, вот сюда. Давай. А у меня есть лодка. Давай, давай, да, садись, 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 быстро! Все, погнали, погнали, погнали. Даже ничего лутать не будем, хоть я уверен, что там много всего интересного, да? Так, ну что там? Что там на берегу? Ой, на берегу, на горизонте. Опа, есть сигнал есть? Какой-то. Сигнал бедствия, наверное. Иди сюда, спускайся. Опа, данжик. Ёханый бабай, ну скажите, пожалуйста, что здесь хотя бы одна чупакабра. Я убиваю стрезубцев. Где он? Где он? Где он? Не вижу, нету стрезубцев. Как ты? Стрезубцев. Подожди, подожди. Есть трезубцы! Или это, подожди, или... Это трезубец это или... Подожди, подожди. Вот там дальше, если чуть-чуть дальше. Вот давай за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Подожди, подожди. Есть трезубец. Да сейчас... дай подышать воздухом. Да дыши ты воздухом сколько хочешь, сейчас я его за... О, или он меня сейчас убьет, или я его убью. Так, ладно, хорошо, выбивай трезубец, я подожду где-нибудь. Подожди, так у тебя на... вот это зачаренное на троечку, на добычу 3, не у меня, а у тебя. Так а ты не мог зелье подводного дыхания взять? Точно, подожди, можно же было зелье подводное. А у меня есть шлем, подожди, у меня есть шлем у на... У меня тоже есть шлем на подводное дыхание. Давай, надевай тогда шлем на подводное дыхание и потоп. Ты убила вот того с трезубцем? Да, убила, ничего. Есть или нет? Есть. А кто-то... Опа, здравствуйте! Ребят, если вы думаете, то что мы в каждом данже находим по писяку с трезубцем, вы очень сильно ошибаетесь. На! Вы... Я видел то, что он выпал. Нет, он не выпал. Я видел то, что он выпал. Выпал! Выпал! Мне выпал! Я ж говорю то, что я... Замедленная съемочка! На! Вы... Я ж говорю то, что он выпал! Только он почти сломанный. Да какая разница, его можно будет как-то в этой жизни починить, я очень на это надеюсь. Или мы выбьем тебе... О, ракушка. Или мы выбьем тебе вот эту, как его, книгу на починку и сразу же починим. Подожди, здесь есть кто-то еще один? Еще, дайте еще одного, пожалуйста, с трезубцем. На всякий случай, нет? Ага, фиг тебе. Ты че не радуешься? Тебе наконец-то трезубец выпал. Да радуюсь, я радуюсь. Ты где? Плохо сейчас, я... Вот сейчас уже можно полутать. Искренняя радость, наконец-то! Садись давай! Дмитрий, давай, пожалуйста, починим его. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я обещаю... Так, давай заберем ракушку. Подожди. Я обещаю то, что мы его починим в следующей серии и зачарим. Так.
по секретику. Окей, Google, как сделать книгу на починку, чтобы починить трезубец в Майнкрафт? Это мы выясним в следующей серии. А еще по секрету, подойди сюда. Еще ближе. Да, я гуглю. Я не тебе, я ему говорю. А, окей, хорошо. Подойди сюда, еще ближе подойди. В следующей серии мы зачарим Кате трезубец на громовержец. Ну, то есть, чтобы она могла бить мобов во время дождя молнией. И одну пипуку зеленую можно что-то с ней сделать во время молнии. Ну, ты понимаешь, да, о чем я? Катя, наверное, еще не понимает, о чем. Но мы обязательно это сделаем в следующей серии и повыбиваем некие предметики из различных монстров. Я безумно рада, что сейчас заберу вот эту вот ракушечку. Спасибо дяде из Саратова, спасибо маме из Харькова, другой маме из Волгограда, что у меня наконец-то есть трезубец. А можно я сделаю вот так сейчас? Давай. Только лодку не сломай, пожалуйста. Ага, и сейчас фиг его найдешь там на дне океана, да? А чё он не вернулся-то ко мне? А чего? Из какого перепугу он... Я пошутил, когда сказал то, что на дне океана. Катя, ты же его сейчас нашла наконец-то, да? Нашла, чё я? Давай, выбирайся. Все, поплыли домой. Всем, главное, всем спасибо сказала, а мне не сказала спасибо. Это же я его выбил. И вообще-то я его выбил, и он попал ко мне. Ну и давай, и добирайся своими крыльями домой. Все, до свидания. Ярик, подбрось меня, пожалуйста. Ага, Ярик, да подбросить тебя. Вот такая благодарность, да? Короче, тебя сырники, ты обещала. Хорошо, обещание нужно выполнять. Хорошо, трезубец у меня, поэтому сырники будут. Я пообещал крылья трезубец. Обещание сдержал.